Для работы с сетью мы будем использовать эмуляторы сети для того, чтобы можно было строить топологию и запускать какие-то конфигурации. Эмуляторы для наших целей можно разделить на два больших класса. Это специально написанные приложения, которые симулируют программное обеспечение, то есть вся логика написана внутри этого приложения. Это достаточно легковесные приложения, но опять же это не настоящее железо, а именно симуляторовая игрушка. И второй вариант — это эмуляция виртуальной машины, в которой загружается реальный образ, и с помощью него можно отрабатывать определенные вещи. Это как реальный маршрутизатор или коммутатор, и все, что есть в реальном железе, вы получите в программном эмуляторе. Ну, естественно, первый подход, он получается более легковесный, то есть вы там можете построить достаточно большую сеть, и это не будет загружать ваш компьютер. Другой вопрос, что вы можете реализовать только то, что реализовано в этом софте, а не то, что может быть реализовано в железе. В случае эмуляции очень большая нагрузка ложится на компьютер, на процессоры, особенно на оперативную память. Ну, для реальной работы нужно будет порядка 64 гигабайт оперативной памяти, лучше 128, конечно. И вот Cisco Packet Tracer, Huawei ENSP, Bosonet SIM — это все симуляторы. GNS3, EVNG, Cisco IOU — это виртуальные машины, эмуляторы, в которые загружаются имиджи, может быть специально сделанные под этот эмулятор, но все-таки имиджи. И последний — это Cisco CSR. Это, собственно, имидж роутера цисковского, клауд роутера. Давайте обсудим каждый по порядку. Cisco Packet Tracer у нас бесплатный для учащихся сетевой академии Cisco. Естественно, раньше нужно было заплатить, чтобы стать учащимся, тогда можно было получить. Но начиная с 7-й версии они поместили одну лабораторную бесплатно, то есть вы бесплатно можете пройти одну лабораторную, стать юридическим участником, учащимся сетевой академии, и скачать Packet Tracer и использовать его. Его преимущество — то, что он есть под разные операционные системы, под Linux, под Windows, под Mac. Huawei ENSP — это симулятор, он делался как ответ на Cisco Packet Tracer, но только для Huawei-ского железа. К сожалению, он развивается не очень хорошо, достаточно баговый. И самый главный его недостаток — он только под Windows. Ну и под него нету никакой информации, никакой литературы. Ну, кроме того, следует заметить, что как только он появился, он был, конечно, он был еще и на английском языке, но все страницы, где он находился, были только на китайском. Bosonet SIM — это коммерческий симулятор, софтинка коммерческая под Windows. Она сделана специально для подготовки к экзаменам Cisco. То есть
есть какие-то задания, и они там прописаны, вы их выполняете. То есть вот он заточен под определенные задания. Очень удобная софтинка, но, естественно, коммерческая. GNS 3 это стандартный, это фронтенд графический под Linux, и под него цепляются эмуляторы виртуальных машин. И в NG идеология похожая на GNS 3 и на Cisco IOU. Это отдельное программное обеспечение, которое запускается в, на КВМ, на симулятор, на виртуальной машине КВМ, и там запускаются, соответственно, как nested virtual machine, запускаются разные образы. В некотором отношении оно более продумано, чем GNS3. Можно чуть больше топологии, но принципиальной разницы между ними, наверное, нету. GNS3 фронтенд под иксы, а EVNG это фронтенд HTML, то есть вы в браузер работаете. Вообще это программное обеспечение начиналось как создание фронтенда для Cisco IOU. Cisco IOU не распространяется официально. Это внутренняя разработка Cisco. Ну, естественно, неофициально вы скачать это можете использовать, но мы в целях обучения использовать, естественно, это не можем. И Cisco CSR это image, это роутер, поскольку он разрабатывался как cloud роутер, то он идет как виртуальная машина. Ну, следует заметить, что Cisco использует идеологию виртуальных машин достаточно давно, то есть у них на железо садится машина Linux, а на Linux запускается виртуальная машина с сисковским имиджем. Достаточно удобно, можно использовать достаточно широкий спектр железа и использовать стандартные драйвера от Linux под него. Теперь посмотрим просто картинки, как выглядит интерфейс этих эмуляторов. Интерфейсы, в принципе, достаточно стандартны. То есть, вот окно. Мы можем выбирать разное железо, коммутировать. Отличаются все они, эти эмуляторы, не очень сильно друг от друга. Идеология очень похожа. Вот таким вот образом все. Значит, это у нас на под иксами работает графический интерфейс. Можно запускать виртуальную машину на другом компьютере. Ну, в общем, достаточно удобная вещь, если бы не требования к объему памяти и к процессору. EVNG еще удобней. Он просто работает в виде приложения вебовского, то есть вы запускаете где-то на другом хосте, подсоединяетесь через веб и работаете. Многопользовательский, а у каждого пользователя там свой каталог. Поскольку основа это Ubuntu Linux, ну, под него сделан пакет установочный, то там можно сконфигурить и права доступа, и все-все-все. То есть достаточно удобный. Это имидж операционной системы, где-то крутящийся. И, соответственно, из-за того, что у нас используется nested virtual machine, то
у нас возрастает производительность. Но у нас чем проблема? Nested Virtual Machine не поддерживается на VirtualBox, поэтому на VirtualBox нормально вы это не запустите. По умолчанию он идет под VMware, где Nested Virtual Machine поддерживается. Ну и вы можете под KVM его запустить, в принципе. Но опять же, ресурсы, оперативная память и процессор. Это уже симулятор. Как видите, идеология такая же. Можно делать топологию, смотреть параметры каждого элемента топологии, консоль запускать. Басон NetSim тоже аналогичная. Как видите, тут с левой стороны конкретные лабораторные работы сделаны. Ну, поскольку у него направленность именно на подготовку к сдаче экзаменов. Cisco IOU. У него первоначально никакого интерфейса не было. То есть все с командной строки. Но потом вот в рамках и EVNG был сделан интерфейс, и в принципе веб-интерфейс, и потом был разработан самой Cisco веб-интерфейс. Ну вот, в принципе, ничем не отличается от всех остальных. Packet Tracer, который мы используем, тоже идет в этой же парадигме. У него есть очень интересные штучки. Ну, во-первых, у него две области. Логическая рабочая область, где вы топологию делаете, и так называемая физическая рабочая область. Для чего это? Вы можете расположить железо в разных городах, соединить и поставить учет длины кабеля. Тогда вам нужно будет вместо витой пары класть оптику, медиаконвертеры и так далее. Ну и кроме того, вот тут вот вкладка Real Time включена. Тут можно включить вкладку симуляцию, где можно будет отслеживать движение пакетов. Очень интересно и поучительно. Ну, не только движение, все хедеры пакетов там видно. То есть достаточно мощный образовательный уровень. Мы имеем набор каких-то железок, вот роутеры, коммутаторы. Нужно сказать, что когда мы используем эмуляторы, там у нас с маршрутизатором проблем нету, а вот с коммутатором возникают проблемы, потому что у них очень много логики на ASIC выведено, заказные микросхемы, которые специальным образом работают, и симулировать их не так легко. Ну, вот у нас имеет несколько вкладок информация. Тут у нас мы коммутатор смотрим. У нас есть physical, это физический вид, просто картинка. Не просто картинка на физическом виде, там можно менять слоты, на слоты вставлять дополнительные интерфейсы, убирать и так далее. То есть переконфигурять. Конфиг — это конфиг графический, но, собственно, нормальный конфиг делается из командной строки. И у нас есть такие элементы, как компьютеры, десктопы. У нас к ним дополнительно вкладочка, на которой мы можем запускать разные симуляции прикладного программного обеспечения. Ну и вот симуляция терминала. Терминал, правда, виндовый, не юниксовый, где мы можем пинг и так далее делать.